не подзакладывай. Ну, вообще, я тебе. Что у него? Слова, что ли? Да, типа, умели. Смотри. Сейчас просто несколько стульчиков еще дополнительных поднесу. И мне 7 стульчиков, я за 7 интересный человек. Все улыбается, сидюки есть. Ну ладно, ну ладно. Красиво. Слушай, я далее еще. Дорогие друзья, мы вам услышали главврача. Что появилось? Что информация намного лучше воспринимается, чем на коже. Поэтому сейчас мы предоставляем слово нашим выпускникам. Пожалуйста, подойдите к микрофону.
выпускники, которые хотят что-то сказать. Я тоже. Стол теперь, пожалуйста. Подойдите к столу ближе, хочу. Девушка? Девушка с мышцами. А что они смотрели? Нас снимать, мы вообще классно. А мы лучшие. Еще рано. Поставь бутылку. Что, дядя? Как играется. За колбаса. Какой стол. Ему лучше. На самом деле так. И пробку понять. Скоро этого ничего не будет. Все будет в моей сумке. Итак, учитывая нашу колоссальную эстраду, поместиться так, как мы с ними пытались выстроить вчера, не выходит, поэтому мы так чуть-чуть разорванно будем продолжать. Хорошо? Я надеюсь, что вы все равно все поймете, что они хотят о вас и вам сказать. Бананы. Наконец. Учебникам и классам дорогим. Признаться нам сейчас, конечно, больно. Оставить дом стал для нас родным. Сюда мы с ребятишками, с пеналами и книжками входили и садились по рядам. Здесь много классов в родину. И здесь мы слово «Родина» впервые прочитали по слогам. Все будет сидеть, что? Что для вас, что важно для взрослых, для маленьких нет. Мы думать не думали, сколько вам лет, какой у вас муж и какая получка. Есть ли у вас дочка, а может быть внучка? Вы легко и свободно ходили вы в класс. Любили работу, то значило нас. Спасибо, Саша. Я волнуюсь. Первый класс, первая учительная, учительница, ласковая и строгая, добрая и требовательная, внимательная и заботливая. Такой она запомнилась каждому из нас, как запомнились и вы, уважаемая Любовь Николаевна Михалева. Поднимитесь, пожалуйста, потому что эти строки сейчас прозвучат в августе. А я тут. А осень шелестела за окном. Ты, положив мне руку на плечо, сказала: ну давай, дружок, пойдем. И вот мы тут отправились с тобой. И ты с тех пор не покидала нас. Учила буквы складывать, считать, цветы растить и бабочек ловить. На все смотреть и все запоминать. И все родное русское любить. Спасибо вам, Людмила Николаевна. Примите, пожалуйста, вот эти цветы. Возможно, не скажешь, что сердце любого вас. Вот расстаемся мы с вами. А это ведь так не получилось. А мы, куда же вы, право, летят, не догнать, не забыть. Хорошая, добрая, славная. Давайте не будем дружить. Не надо. Пусть вовсе не это будет надо, печаль, это не надо. Пусть дома, больше не будет беды. Пока. Пусть снимы, что вы засевали, хорошая дань плоды. Уважаемая Любовь Николаевна, Мария Григорьевна, думается, что вам есть что сказать сегодня нашим выпускникам, и поэтому вы там коллегиально решите, потому как мы хотим именно сейчас предоставить кому-нибудь из вас слово. Пока я иду с микрофоном, вы решайте, кто будет говорить. Узнаю тех маленьких первоклашек, которые пришли 11 лет тому назад. Тогда мы называли вас нулевочками. И сейчас вспоминается, какие вы были. Вот яркие такие впечатления, что я
помню, самые яркие. Помню, у нас был такой предмет ритмика, и за борьба была с кем стать самонаселищей, кем стать самонаселищей Наташей, или Гулич Леша, или Режинок Дима. Была огромная борьба. Помните ли вы это, ребята? Я не знаю, но я это очень хорошо запомнила. Очень хорошо помню, как Саша Горок бегал по малейшему поводу и без повода к своей маме, вспоминал, не мог без нее. Очень хорошо помню боевых хлопцев Синяка Сергея, Велиновича Андрея. Помню, что мой класс я втихаря называла классом Оль. Столько было у нас Оль. И самая маленькая Оля Котова. Молодец, что ты подросла. Ну и сейчас хочется, конечно, чтобы вы одну минутку вспомнили про своих родителей. Ведь у наших родителей прибавляются седые волосы не от работы и не от усталости, а от неудач, которые мы иногда им приносим. Поэтому поменьше приносите неудач в свою семью. Всего вам хорошего. Спасибо, Людмила Николаевна. А как ты попала? Как ты? Заочно, серьезно. Будешь клоуном? Тоже нет. Дольше становится как садик. Если мы скажем по секрету, иногда бросает просто дождь. Всем это есть, я скажу, что не есть новые. Сидят учителя от Бога, не сомневайтесь. Это вы. Ой, родная клетка сложилась. Спасибо. Перевершено, а тебе отвечать, педагог. Может быть, ты не жила на свете все тяжелые дни. Все равно, ты за прошлое в нашем ответе и за то, что нам впредь суждено. И за тех, кто грешил по неволе, и за тех... Вам. Стирает время грани и фигуры, проходит быстрокрылая года. Учителя родной литературы мы позабыть не сможем никогда. Спасибо вам за пушкинские строки, за сад вишневый и сиреневый цвет, за то, что мир широкий и просторный, вы помогли нам лучше рассмотреть. Уважаемые наши классные руководители, Лилия Васильевна, Дмитрий Николаевич, Галина Михайловна, Владимир Викторович, низкий поклон вам за ваш нелегкий труд, за вашу помощь и поддержку. Педагоги все прекрасны, каждый чем-то да хорош, только лучше нашей классной никогда ты не найдешь. Ну, на сей раз всем классным мы слово давать не будем, но Дмитрий Николаевич, девы, вот я вижу и думаю, что вам точно есть что сказать в этой гимназии этим выпускникам. Дорогие наши выпускники, ну, естественно, свой боевой ударный 11-й Б. Дорогие родители, уважаемые коллеги, сегодня, конечно, у нас день веселый и грустный, веселый и радостный, что сегодня мы провожаем наших детей в дальнейший путь, ну а грустный, потому что мы расстаемся с ними. Мы сжились, слюбились, были, конечно, погрешности, но это все забылось. Я сегодня своим ребятам говорил, у них уже есть два документа, паспорт, аттестат, нужен еще третий обязательный документ пока, это...
документ о том, что каждый имеет образование. Или, как говорят, чтобы был кусок хлеба. Четвертый документ еще обязательный, но по времени. Это у каждого, чтобы сложилась удачно личная жизнь. Чтобы горе, неудачи вас обошли всегда. Поэтому всего хорошего, мои дорогие. Ни пуха, ни пера. Спасибо, Юрий Николаевич. Спасибо. Друзья, вы помните, как-то в газетке страничка такая была, что если бы я был директором, какие я бы делал дела? Мы тоже мечтаем нередко и в мыслях высоко летим. Так вот, если б я был директором, я был бы как наш, вот таким. Я был справедливым и добрым, я бы ребят понимал. Ходил бы в походы на равных, вставал бы на лыжи, коньки, футбол бы играл с пацанами, с девчонками тоже, снежки. Я был бы простым и понятным, веселым, занудом назло. И я полагаю, ребята, с директором нам повезло. В это время Паша читает диплом Зое Иосифовне, но он это сделал гораздо раньше и очень кстати. Добрые мои учителя, с детства не прощаюсь и со школы, с вами только не прощаюсь я. Спасибо, что вы нас любили, что строги к нам были подчас, за то, что вы нас мысли научили, за все, что сделали для нас. Искренне, сыновнее спасибо, говорим мы всем учителям. Будьте молодыми и счастливыми. Мира, долгих лет, здоровья вам. Вы всегда рядом с нами останетесь, потому что нужны нам всегда. Значит, вы никогда не состаритесь. Никогда, никогда, никогда. Спасибо. Вы помните последнюю строчку ребят, которую они прочитали? Значит, вы никогда не состаритесь, никогда, никогда, никогда. И поэтому хватит вас больше держать голодными. Есть предложение за этот тост, будем так его называть, и поднять наши бокалы. Thank you.
что-то вы не то. Давайте поплатим еще раз. Нас больше снимают. Все сразу встали, кто так снимается. Сюда! Отпускай!